Приветищи, это Cooking Simulator, и мы находимся на моей адской кухне. Сегодня мы будем творить здесь ад. Печка уже познала этот ад, и сегодня познает все здесь ад. Слишком много слова ад. У нас первый заказ есть, нужно запечь форелечку. Сейчас мы ее с тобой запечем. Смотри, форелечка, мы ее берем. Значит, кладем на нашу ушатанную досочку, которая повидала уже многое. Вот так вот кладем ее, ровненько надо положить. Давай, ровненько, вот. Конечно же, рыбку мы... Подожди, надо ее помыть. Ее обязательно нужно помыть, потому что неизвестно, в каких морях она плавала. Сейчас мы ее сполоснем горячей водой. Настолько сполоснем, что она сейчас у нас сварится в горячей воде. Все, вроде мы ее сполоснули, да? Также я ее хотел повалять по полу, но поскольку мы ее только что помыли, мы ценим наш с тобой труд. Форелька у нас кладется. Мы ее вот так вот сейчас вываливаем. Вот. О! Форелька в доске! Новый вид блюда! Нет, нам это не надо. Вот, форель у нас положилась. Досочку можно теперь вот так вот выкинуть просто. Значит, можно сделать отбивную из форели. Просто отбивать ее об доску. Это уже, конечно, здесь идиотизм просто. Вообще сейчас от меня все отпишутся, скажут, что ты делаешь с этой рыбой? Перестань мучить. Как селедочку сейчас мы ее порежем. Вот так вот, смотри, как красиво. Если ты не понял, что это сейчас было, это был мастер-класс по нарезке и метание кастрюли. Вот так. О, нифига себе, флиппер-челлендж. Йоу, деп! Короче, вот форелька. Достаем лист из печи. Где он у нас? Вон он. Откройся. Достаем. Кладем. Значит, вкидываем туда форель. Мы все сегодня с тобой вкидываем. Вот так. Воу! Она уплыла. Под днище стола. Закидываем форелечку. Нам нужен лимончик. Лимончик холодос на распашку. Конечно же, я же это... Люблю платить за электроэнергию. Какая в топку досочка, когда у нас есть металлический стол? Да что ж такое, холодильник не закрывается. Когда у нас есть металлический стол, мы просто берем и нарезаем красиво лимончик. Там вот такими вот дольками. Сейчас мы это по красоте с тобой сделаем. Вот, смотри, напополам вначале режем. Вот, напополам. Теперь еще раз напополам. Вот так вот. А как мне лимон развернуть? Подождите. А, вот нож можно крутить. Смотри, как я умею. У меня рука на 360 вместе с ножом крутится. Чума. Режем. Закидываем это все вот сюда. Ой, перелетел. Челлендж флиппер, давай. Попасть в доску, да что ж такое, все под стол летит. Капец, ладно, давай так уложим. Закидываем это все в печь. Вот, закрываем. И это должно, типа, поджариться. Ты посмотри, какая у меня печка ушатанная. Господи, она вся тоже в каких-то кровавых пятнах. У нас с тобой осталось 48 секунд. А сколько будет запекаться форель? Форелечка? Ну, лимон-то уже почти запекся, а вот форель... Слушай, я все хочу взять этот огнетушитель, попробовать им попользоваться. Повернуть, бросить, тушить пожар. Как я это могу сделать? Воу, нифига себе. Вау, вау. Нифига себе, вот это круто. Вау. Сейчас разнесу все огнетушителем к чертям. Какой пожар, о чем это ты? Выкидываем, короче, огнетушитель. Чё у нас там запеклось, не запеклось? Вот так, да. На тарелочку теперь это все надо перекинуть. Ух, какой зажаренный лимончик. Какую тарелочку возьмем? Давай эту здоровую. Чтобы, знаешь, типа казалось, что ты заплатил за тарелку, а не за... Чё произошло? Какого чёрта? Что произошло? Значит, мы сделаем так. Обычные люди берут тарелочку и перекладывают все на тарелочку. Мы берем, значит, поднос... О, господи, лимончик упал. И с подноса все. Ну как с подноса? Господи, я опять все выкинул. Да что ж такое-то, а? Так как... Отстань! Выкинься! Да и... Улети! Не мешай мне. Рыбочка... Ай, взять не могу ее. Черт подери. Тогда как нормальные люди все с пола подбираем. Ну, не все нормальные, конечно. Это я ненормальный. Все, лимон готов. Пожалуйста, забирайте. Готово. Фоткать я это не буду. Это унижение моей работы. Минус минута 40. Вкус отстойно, скорость беспонтова. Жалобы гостей. Вкуса, значит, запеченная форель. Недостаточно укропа, нету нифига хрена и нету черного перца. Также я забыл украсить блюдо петрушкой. Но по температуре все идеально. Ну что могу сказать? Есть к чему стремиться. Вот и посмотри, мне славу прибавили. Я начинаю славиться на своей адской кухне. Чтобы получить звезду славы, нужно привлечь критика. Ууу, критики, как я их обожаю. Мы откроемся через час, используя это время, чтобы подготовиться к работе. А чё готовиться-то? У меня тут вообще все по фэншую. Можно просто взять и посыпать соль на пол, как вот так вот. Как это сделать-то, господи? Манга не работает.
О, черт, банка не работает. Или я ее не так держу? Подожди, надо перевернуть. Как ты? Не работает. Тогда выкинуть ее. А, подожди, а что если мы попробуем с тобой затолкать в печку, смотри. Значит, закидываем в печку. Мешается. А, подожди, у нас же вторая есть печка. Закидываем в печку специи. Вот так. Где там? Сковородка. Сейчас мы все с тобой запечем. А, огнетушитель, конечно же, был в комментариях, что попробую запечь огнетушитель. Конечно, запечем, это же адская кухня. Вот так, все это вкидываем туда, закрываем и просто втыкаем там на максимум. О, пошло, печьте. А есть где-нибудь уровень запекания огнетушителя здесь есть, нет? Как с лимоном и форелем. Нет, такого нет. Ладно, пускай запекается. Так, надо было это, конечно, все куриным бульоном залить, но фиг с ним. Что у нас там по времени? Вау! Нифига себе! Вышибло все к чертям! Ты видел? Пока я тут читал пропустить подготовительную фазу, как тут все шандарахнулось к чертям просто. Блин, теперь печку придется чинить. Наверное, надо это все подушить. После того, как пожар уже прошел, надо на всякий пожарный пройтись огнетушитель. Ну, мало ли, конечно же. Черт подери, по-моему, это же на кухню нифига не похоже. Это какой-то симулятор экспериментов выходит у нас из-под контроля. О, дартс! В топку тушения. Где дартс? Где дротики? Если станет скучно, можете пометать ножи. В игре 501 у вас есть 30 попыток сбить очки. Попробуй меня байти, да вообще фигня. Где мой ножик? У меня он, правда, один. Мне нужно как можно было больше ножей. Короче, смотри, берем и вот так вот метаем. Опс. Промахнулся. Чуть-чуть. Ну как чуть-чуть. Сейчас вот так вот. Воу, мы открылись, ждите первых заказов. Да блин, я еще в дартс не поиграл. Вы че, какой мы открылись? Сейчас, подожди, надо ровно в центр попасть. О, господи. А давай сблизи вот так вот просто. Нифига себе, я в центр не могу попасть даже сблизи. Да что это такое, я не понимаю. О, видал, почти в яблочко. Но не в яблочко. Да пошло, но все, я корявый. Я же на кухне не прибрался. Че мне там нужно, томатный суп? Да легко, смотри, как это делается. Короче, берется кастрюля, вот так вот она кладется, берешь помидорочку и вот так вот вкидываешь туда в кастрюлю. Что-то не вкидывается у меня нифига. Вот так вот. Просто у меня походу метание, точнее недометание в крови. Да что ж такое, не могу попасть в кастрюлю. Как весело на кухне у меня. Адская кухня, если что, заходи, устраивайся. Без проблем. Так, все, помидоры здесь, теперь закидываем это все вон туда. Черт, не докинул, почти в мусорку попал. Так, все, кастрюля у нас стоит. Блин, что мне делать с остатками моей печки? Подожди, у нас же там шваброчка есть, я же могу это все прибрать, правильно? Так, значит, ну-ка в окно. Давай, бросить. Ой, я телек сломал. Блинский, нехорошо получилось. Так, а это что у нас? Это мыло? Точно, это мыло, ты посмотри, я могу ручки помыть. Круто. Только я ручки не могу подставить. Я просто могу плескать мыло. Так, газ. А что если газ? Круто, мы сейчас, короче, газовый баллон запихаем в печку. А подожди, у нас не получится. Хотя, почему не получится? У нас же есть другая печка. Вот такая вот печка. Сейчас. Иди сюда, печечка. Так, тихо. Тут ничего не вытащить? Не, блин, походу мы ее туда не затолкаем, слушай. Ну я попробую, конечно, да, она туда не влазит, черт подери. Швабра, я же хотел швабру. Швабра, ты чё, своей жизнью живешь? А ну иди сюда ко мне. Значит, давай, чисти. О, чистится, смотри. Я себя чувствую уборщиком. Сектор клин. Какая-то вялая швабра, смотри, как она. Как-то так странно моет. Или просто у меня руки вялые. Все, короче, уборочка почти закончилась. Где там наш борщик? Ну, хотя слабо сказать, что это борщ. Соус что-то у нас нифига не сварился. Так, блендер. Давай нафиг, фигарь, давай быстрее. Наконец-то я все сделал. Все, я успел. Надо выключить блендер. Не беси меня. Вот так. Надо взять глубокую тарелочку. Вот такую давай возьмем тарелочку. Все это дело вылить. Выливать мы с тобой грамотно умеем. Вот так вот берем и просто вот так вот. Все, круто. Готово, забирайте, пожалуйста. Томатный суп. Я даже по времени успел. Видел, тютелька в тютельку. Вкус. Троечка. Скорость. Идеально. Общий счет. На корочку хлеба хватит. Отлично. О, слушай, а что если мы в ноутбук попробуем метнуть ножик? Давай попробуем. А где мой ножик? Подождите, куда ножик улетел? Неужели он в вентиляцию улетел? Твою ж налево, ноутбук долбанный.
Тогда вместо ножа попробуем кинуть огнетушитель. Слушай, по-моему, это неубиваемый ноутбук. Так, надо позвонить, короче, сперва вызвать мастеров. Как мне кажется, будут очень часто есть мастера, чтобы починить. Так, починить. Где у меня там самая бомжатская, дешманская? Вот. Чиним все это дело. Отлично. Это тоже печку починить. Это тоже починить, убрать. Так, одна печка у нас готова. Сейчас я достану оттуда сковородку и попробуем туда затолкать газовый баллон. Посмотрим, что получится. Газовый баллон, иди сюда. Надеюсь, я не подохну в своем ресторане. Он, кстати, туда... Нет, он затолкался. Подожди, тихо. Не бушуй. Тихо, не нервничай, баллончик. Вот так вот. Все, закрываем дверцу. Он вышиб дверь. Да ладно. Ну, хорошо. Тогда... А, мы не можем так включить. Твою ж налево, опять ремонтировать печку придется. Бомжары, едьте ко мне, снова чините печку. Интересно, они починят мне вместе с газовым баллоном? Сейчас посмотрим. Прикинь, они сейчас починят и снова дверь вышибит. Это будет кошерно. Давай. Прикинь, сработало. Телефон в топку. Включаем. О, да, и смотрим. Огнетушитель надо взять. Огнетушитель на всякий пожарный. Давай, берись. Так. Главное, чтобы мне по шбан не прилетела дверца от печи. Оу, нифига себе. Такое ощущение, что у меня нет волос на голове. Они все обуглились. Так, я похож на негритоса. Теперь еще не только пол, но и плитку надо будет отмывать. Вот это, конечно, не очень круто. Боже мой, что увидит хозяин, когда сюда придет? О, я крючки могу трогать, серьезно? Зачем я их могу трогать? Чиним, значит, снова наши печки. Бомжара запарится сюда приезжать чинить. Скажешь, ты что с ними делаешь? Идиотина, кусок. Так, нам нужно что там сготовить? Опять запеченный форель? Да вы издеваетесь, можно я новый рецепт куплю? Новый рецепт, где здесь у нас? Простой украинский борщ. Давай купим. Ладно, короче, все, борщец мы изучили, украинский. Слушай, ты не видел эту? Как ее? Лист для запекания, куда его сунул? А, вот он лежит на полу. Берем, значит, форель. Берем, значит, лимон. А ножик-то где? Я же его просрал. Значит, ножик надо купить. Ножик 300 баксов стоит, офигеть, вот это разориться можно. А у меня нет 300 баксов, ты прикинь. А можно мне какой-нибудь ножик там за 200 купить? Нет такого ножа. Господи, я всрал последний 300-баксовый ножик. Ладно, в топку. Нерезанный будет. Жалко, грызть нельзя. Так бы погрыз. Открываем. Все, запекаем. Врубаем, запекаем. Интересно, а смогу я разбить часы? Давай попробуем. Нет, надо что-нибудь пожелезнее. Например, сковородка. А чё, в дартс можно же сковородкой играть, в принципе, да? Прикинь, сковородка не метается. Чё это она не метается, не понял? Селенок мало, что ли? Вот я дохлый. Сил не хватает сковородку метнуть. Слушай, так у меня же тут вон кусочки лимона пожаренные остались прошлого блюда. Может быть, я их сейчас закину в это блюдо, и все у меня прокатит. Готово. Лимон куда-то отвалился. Черт подери, чё ж все валится так? Берем огромную тарелку, чтобы не промахнуться с противня. Так. Противень. Выкидываем все туда. Вот так, по красоте. Добавляем изюмочку. Один прошлогодний лимончик. Петрушечки сейчас нарвем. Все. Все круто. Одна петрушка, один крутящийся лимон. Мы опаздываем. Я, кажется, рыбу просрал. А нет, рыба есть. Все отлично. Подаем. Минус 8. Минус 9. Эй! Я подал блюдо, забирайте. Бомжатское блюдо. О, смотри, по скорости нормально все. По вкусу, в принципе, у меня клиенты не жалуются. Ну и по общему счету, пойдет. По жалобам гостей, дольки лимона. И нарисован целый лимон, как будто им надо было засунуть туда целый лимон. Эх, все-таки надо было его туда закинуть. Все, на сегодня это последний заказ. Когда закончите, подготовьте все на завтра. Ну, как бы тут есть что подготовить. Смотри, сколько у меня дверц от печки валяется. Это у меня столько печек нету здесь. Че, может быть тогда расфигарить все оставшееся, что у меня тут есть? Например, вот этот вот телевизор еще, да? О, пожалуйста. Так, где там телефон? Надо Жамшута позвать, чтобы он мне тут все прибрал, починил. Значит, печечку. Печечку починить. Это починить. Блин, у меня уже денег почти не осталось. Слушай, я хотел же ножик купить, но я все на починку. А, господи. Это трындец.
Я просто все деньги просрал на починку техники. Ладно, надо это все дело прибраться, в мусорку выкидываем. Нифига себе мусорка какая, смотри. Маленькая, а влезает туда двери от печи. Круто, я такую мусорку тоже хочу, бездонную домой. Это, знаешь, сумочка Гермионы, куда все вмещается. Блин, почему я это не могу продать? Вот это же ценный металл, почему я его на черном рынке не могу продать, подзаработать хотя бы себе? Че, вроде бы прибрался, осталось только... О, жареный лимон, точнее. А, горячий, не могу поднять. Ладно, тогда сейчас его запылесосим. Вот так вот моем, моем мы с тобой, вяленой своей рукой. Вот так вот поиграем. О, я ж могу поиграть в хоккей. Йо, давай, давай, давай. Любое действие можно превратить в какую-то адскую фигню. Караоке? Я скоро пойду домой, а кухня моя отстой. Короче, все, в топку я сваливаю, я вроде бы как прибрался. Если тебе понравилось, то ставь лайкос, не забывайте также подписываться, если ты еще не подписан. Ну и все. Чао, какао. Это все вырубить надо. Тумблеры. Свет тушим, пора домой. Адиос, амигос.